Приветствую всех, меня зовут Александра Калинина, и вы находитесь на канале, посвященному джигитовке, конному спорту и всему, что связано с лошадьми. Сегодня у нас предполагается видеосъемка, сегодня приедет съемочная группа для того, чтобы снимать нас на наших элементах, на джигитовке, какие-то виды, видимо, элементы оружия мы будем снимать, дрессуру. Надеюсь, что сегодня будет что-то очень интересное и продуктивное. У нас уже, оказывается, приехали операторы, а мы вот только вышли такие красивые. Все уже размялись, а мы еще нет. Но это, в принципе, собственно, не важно, потому что, судя по всему, там еще тоже ничего не готово. А ждет нас что-то вот там. Итак, у нас в гостях звезда латиноамериканского мира Малума. Хуан Луис Лондонио Ариас, более известный по сценическому имени Малума, молодой и очень популярный в Латинской Америке колумбийский певец и композитор в жанре реггаетон. Наиболее известен такими песнями, как «El Perdedor», «Felices los Cuatro», «Sin Contrato», «Cuatro Babies» и «Borro Cassette». «El Perdedor» имеет более миллиарда просмотров на видеохостинге YouTube. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Скорее всего, вам будет интересно посмотреть и послушать его горячие зажигательные песни. Какой не клип был, это был такой как бы тоже видеоблог знаменитого певца, который путешествует по России. И так как лошади ему действительно близки по духу, он сам владелец 8 лошадей, то вот, собственно, поэтому и мы, и лошади, и джигитовка. Вот таким вот образом заканчивается 2 дня съемок. Был получен очень интересный опыт. Это работа с крутым, не побоюсь этого слова, крутым конным фотографом Ольгой Бажутовой, которой, я думаю, многие конницы, конники, владельцы лошадей хотели бы попасть на фотосессию. А также
съемка в таком видеоблоге, в формате видеоблога у знаменитого латиноамериканского исполнителя. Поэтому я надеюсь, что вам было интересно следить за тем, как проходят съемки, как вообще осуществляется конная фото- и видеосъемка. Возможно, у вас появились какие-то вопросы по тому, как проводятся съемки, как это осуществляется. Задавайте, я с удовольствием отвечу. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. И до встречи в новых видео. Спасибо, пока!